Ютуба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть «Растения против зомби 2. Китайская версия». Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита. В общем, друзья, сегодня, как всегда, будет бомбическая серия, потому что сегодня мы с тобой открыли новое растение. Да, друзья, все, теперь чуть ли не каждая серия будет с новым растением. Я специально этим как бы занимаюсь, в плане фармлю очки. В общем, давайте посмотрим, что же за растение такое. Сейчас мы зайдем с тобой вот сюда вот. А, кстати, заметь, братишка, что нам остается еще два пазла и будет второй уровень обезьяны. Завтра жди, бро. Ты офигеешь. На втором уровне, как ты понимаешь, да. Не-не-не, ну, все. Секрет. Не будем смотреть. В общем, завтра мы с тобой посмотрим. Итак, следующее, вот что у нас есть. Вот, ребята, это тоже легендарное растение. Я открыл. Рафлезия называется, вот так вот растение. Это цветок, ребята, и это самый большой в мире цветок. Весит он 12 килограммов. То есть, представляешь, цветет он всего 5 дней. Всего 5 дней и все, умирает. Представляешь себе? А, что же мы здесь видим? Атакует он каким-то как бы ядом. На самом деле, он ужасно воняет. Написано немножечко обучающего контента, ребят, не повредит. Вдруг вы не знали, вот. Он воняет гнилым мясом. Вот, как бы, если долго нюхать, если человек вот долго будет нюхать, можно как-то заснуть, вот. Но на самом деле именно об отравлении ничего там не сказано на Википедии. Но не буду ничего говорить, ребята, то вы побежите. Так, нюхать рафлезию быстро. Ни в коем случае не нюхайте. Ни в коем случае. В общем, так, звук есть? Да, звук есть, отлично. Ух, вот так вот прикладываю, ребята. Что же у нас тут? На пятом уровне просто офигеть, смотри, что творит. Рафлезия у нас. Ну, у нас пока что первый уровень, правда, я коплю. Расскажу чуть попозже, где ее взять. Всего, смотри, всего два раза. То есть, это сейчас нахарканет. С первого раза она, нифига себе. Все, погнали, друзья. Так, также у нас, друзья, новый мир. Сразу вас предупреждаю, сегодня у нас новый мир. И также будут у нас гаргантюа. Так что готовьтесь, ребята, готовьтесь. Завтра вот именно будет тоже отличная серия после... В общем, ребят, блин, чуть ли не каждый день уже новое растение у нас будет. Я вам серьезно говорю, у меня тут тоже еще новые есть. Не подглядывайте, не смотрите пока что. Так, берем вот ее, мартышку возьмем. Так, тихо. Тут у нас тоже... О, кстати, он тоже 50 стоит, смотри-ка. Только этот у нас второго уровня, а этот у нас первого, но он взрывается. Надо еще их сравнить, характеристики. В общем, так. Все отлично, все прекрасно. 450 стоит солнышек. Это очень дорого, серьезно. Мы с тобой еще сравним с мартышкой. Мартышка у нас пока что первого уровня как раз. Киви-обезьянка. Вот. Мартышки все равно как-то называют так. Итак, сейчас будем именно ставить вот эту рафлезию. Побыстрее сейчас мы сможем с тобой накопить обезьянку пока. То есть, видишь, уже, если сравнивать с обезьянкой, вот на самом деле, блин, это же разные совершенно, но почему я сравниваю? Потому что стоит 450, то есть по факту она должна быть имбой уже, да? Как бы, ну, ты сам видел, она с первого вроде раз и все. Давай смотрим, что будет. Итак, харкается она. Опа, не с первого, но она она какую-то жижу оставляет, и смотри, слушай, нет, ну это круто, смотри, как бы немного так отравляет, что ли. Так, нам бы с тобой сейчас... Так, следующий пошел. Ничего, сейчас. У нас все схвачено, бро. У нас все схвачено, давай. Блин, делает своими вот этим вот файрами. Давай, Витя, зажигай. Так, плохо. Там еще тоже идет двое. Мне не накопить. Они слишком быстро это делают. Посмотри. Кстати, вот этого можно сейчас нам быстренько уничтожить. Как мы с тобой будем уничтожать их? Я думаю так, бро. Пока что так, придется лава-гуава сделать свое дело. И смотри, вот эту вот штуку мы с тобой применяем на... Так, отлично. Мы, кстати, монетку получаем. Видишь, на моем подсолнухе очки. В общем, это специальный костюм дает при... Вот как он называется? При удобрении, если удобрение мы с тобой применяем.
Так, вижу, вижу, что надо все-таки его тут остановить. Не успеем мы с тобой. Минус очень дорогой, прям. Очень дорогой. Он быстро, конечно, восстанавливается, чтобы, например, посадить следующий, да, если у нас денег там немерено. Это круто, конечно. Но по факту, смотри. Все, мы с тобой ее везде вот так вот посадили. Ну-ка, смотрим. Ну посмотри, так-то неплохо, потому что она замедляет. И теперь мы попробуем с тобой суперсилу ее. А, ну она вот так вот делает, в принципе. Так, давайте вот этих вот мы с тобой остановим. Нам мне надо, блин, капец, они сместили все мои ряды, и теперь это выглядит ужасно просто. Ужасно. Я и так, блин, в оригинале плохо за стеней сажу, блин, и все жалуются. Типа, какого фига ты так делаешь? Так, ну ничего. Редиска нам помогает. Прикинь, редиска, офигеть, да. Только она красная у нас в основном, а тут как почти чуть-чуть красноты. Видимо, специальная китайская редиска. Так, 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 тихо, 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 блин. Это плохо, это плохо, плохо. Что же вы делаете-то? Сенсей, успокойтесь, пожалуйста. Я не там применил, где надо, по факту, но ничего. Че, применяем еще такую же штуку. Давай, все, уничтожаем. И, ребята, вот я хотел с обезьянкой немного сравнить. Я думаю, завтра. Да, по факту можно завтра, ребят. Раз я посвящаю серию, сегодня мы с тобой новое растение именно смотрим, разглядываем, так сказать, смотрим, как оно у нас проявит себя. Неплохо, очень даже неплохо, хорошо. Стоит только дорого. Вот, вот единственное, вот смотри, раз. Сколько секунд? Не, ну в принципе быстро, то есть, видишь. Оп, уже готово, уже готово. Вот у нас вторая штука. Пинг-пинг. Это не яд, потому что, смотри, он не наносит урона. Это было бы круто, если бы наносил урон. Возможно, на втором, третьем, четвертом уровне эта штука наносит, эта слизь зеленая. Но так она не наносит урон. Она просто замедляет. Но это уже, в принципе, достаточно. То есть остановить зомби, это очень даже неплохо. Ребята, где я ее взял? Где ее взял, где раздобыл? Вы тоже ее можете спокойно взять. Сейчас покажу. Сейчас покажу, ребята, чтобы вы знали. Вот. Сейчас вам покажу все. Итак, заходим мы с тобой вот сюда вот. Вот кликаете, где там зомби такой уставился. И, в общем, смотри, в чем прикол. Так, здесь мы с тобой, наверное, апгрейд сейчас я сделаю. У меня уже тут капец апгрейдов, ребята. Мы чуть попозже это я буду снимать, где я против... Так, ну-ка. А тут у меня... А, нормальные все. Ну, значит, вот, 17 тысяч надо накопить. Ох, блин. Многовастенько. Давай вот зомби будем улучшать, чтобы, если что, набеги там совершать. Смотри, вот есть магазин. И смотри, 5 семян. Вот, по факту, это очень-очень дешево. Так что, ребята, покупайте. 10 нужно, чтобы открыть. Вот как-то так. А тут у меня вот, смотри, как зарабатывать. Просто-напросто вот надо вот тут вот собираешь... Это уже вообще даже не растение против зомби, да? Это как... Что это вообще? Это сим... Я помню, игра была Simpsons Hit and Run. Там тоже надо было кликать, зарабатывать. Вот, видишь, зарабатываю. Соседи у меня тут какие-то. К ним приходишь, блин, громишь их там. Это капец, конечно. Но выглядит прикольно. В общем, 13 уровень. Это мое счастливое число. В общем, Гаргантюа здесь будет. Давай. Давай смотреть, ребята, давайте. Новое растение обязательно будем сейчас использовать. Ух, блин, вот это сейчас жестко. Вот это сейчас жестко. Каменный Гаргантюа. Офигеть. И тут, прикинь, тут нельзя мое растение применить. Ой-ой-ой, дядя. Ой-ой-ой, дядька. Что же будем делать мы с тобой? Ой, они что-то начинают уже потрескивать. Блин, а в чем прикол? Почему они потрескивают так? Так, ну давай так. Редис ставим. Смотри, 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 он хочет вырваться из камня. Блин, это нормально вообще? Блин, это не очень хорошо. Мне не нравится. Давай, немного, надо быстрее. Я понял, надо быстрее все это сделать, чтобы нормально было. Так. Надо нам посадить все тут. Как-то я копил. Оп! Вот и первый Гаргантюа у нас. С
собственной персоны, так сказать. Все бывает в первый раз. О, у него какая-то еще защита. Офигеть, у него не защита, он специально как-то делает. Жесть. В смысле, а как этот попал туда? А как он вообще попал-то? Че за фигня происходит? Посмотри. Мы его фиг остановим. Ты просто посмотри на это. То есть мы одного Гаргантюа уже не можем остановить. Ты прикинь, если бы наши растения хотя бы были, а тут же нету наших. То есть прикинь, вот для чего нужно прокачивать также и остальные. И все, по факту, мы с тобой даже одного Гаргантюа не убили. Офигеть, ты просто посмотри. Я не знаю, сколько у него жизни осталось. Стойте, остановитесь, стойте. Ох, убили, уничтожили. Все-таки мы с тобой его уничтожили, но мы с тобой должны заново начать. Ух. Сейчас будет сложно. А на хардкоре? Я не представляю, что такое хардкор. Тут, в общем, вот мы сейчас играем на одну звездочку. Дальше можно перепройти. Вот давай прям под этого будем сейчас ставить. Он же выберется, да? Так. Давай сейчас как-то аккуратно все-таки будем играть. Так, вот у этого поставим сейчас. Солнышки там у нас теперь. О, куда мы можем поставить? Мы можем, смотри, мы можем вот так вот сделать. Это вроде как неплохая идея такая. Так. Угу. Блин, они как, не знаю, лунтик, я родился. Вылупляются там, офигеть. Так, нам, конечно, надо как-то, я не знаю, вот так вот сделать тут. Тут вот так вот. Блин, а где мои мины? Я вот, к сожалению, мины вот не вижу. Где мои мины? Вот. Только тут увидел, блин. Так, хорошо, Гаргантюа у нас вроде как... Ух, да, уничтожили! Есть, камоныч. Так, хорошо, прям хорошо. Ладно. Есть. Ну, хоть как-то, пацаны, хоть как-то, блин. Так, что придумаем мы с тобой? А вот я уже понимаю, что надо придумывать. Так, тихо. Капец, просто какой-то, ребята, конечно. Честно сказать, смотрите, просто посмотрите, мы проигрываем. Одного, опять же, Гаргантюа мы с тобой убили, надо придумать тактику. Надо прям вот хорошую тактику придумать, как нам здесь справиться. Блин, мир сложный, кунг-фу. Так, давай подумаем, как-то надо нормально, спокойно, давай подумаем. Так, проще всего, вот если подумать, надо прям в конец ставить, расставлять наших, правильно? Правильно, я думаю. Эти сюда ставим, то есть они у нас будут вот как-то тут. Так. Единственное, нам бы, конечно, вот тут бы расставить. Вот так вот. Давай вот так вот поставим.
Так, есть. Ох, вылупляется, он вылупляется, господи, рождается все-таки. Рождается все-таки. Засранец. Вот, сюда это поставим. Можем, в принципе, вот так вот сделать. Тоже должно сработать. Ну как даже... Есть! 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 Первый есть! Первый есть! Отлично. Так, здесь сейчас мы с тобой закончим. Блин, просто посмотри, как же они напрягают. Ладно, неплохо, вроде бы. Фух, вроде прошли, пацаны, вроде прошли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас мина там взорвется, будьте бум-бум, блин. Мина, блин, мина уничтожил, жопа. Да, ребята, мы это сделали, мы красавчики, мы молодцы с тобой, да. Но это было офигеть, то есть босс такой... Приличный, приличненький, ребята. Я вам скажу, 13 уровень, 13 уровень, мое такое счастливое еще число, ребят. Ну, надеюсь, вам, ребята, серия зашла. Ну, давай 14 уровень еще, да? Да, давай 14 уровень сейчас сыграем, чтобы точно все хорошо было. Итак, сейчас мы с тобой, конечно же, новое растение. Это надо как-то побыстрее бы вот на него накопить. Да, все правильно. Он что-то говорит, смотри. Что-то ему не нравится. А что, в чем проблема? Ну-ка. Тут он, наверное, предлагает какое-то растение, говорит. Либо съедать сейчас там. Нет, все нормально, пацаны. О, вернулись нам денежки маленькие. В общем, там иногда говорится, что нужен там, например, горохострел ледяной, возьмите обязательно. То есть вот такое вот иногда пишется. Так, хорошо, слушай, хорошо идет. Хорошо идет прям. Смотри. Так. Что мы с тобой сделаем? Можем вот этого поставить пока что, пусть он... Ох, он бьет, видишь, что он бьет-то, блин. Такой на самом деле. О, хотя бы вот это получил. Это важно. Сейчас поступай. Сюда поставим. Так. Ладненько. Лава-гуава. Так, хорошо, если он сюда подойдет, будет здорово. Будет просто здорово, но мы можем сразу вот так вот сделать. Так, 450 накопили. Так, быстрее, 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 давай, давай, орешек. Вперед. Нужно срочно накопить. О, есть. Хорошо. Теперь мы, ребята, вот как делаем. Так вот.
Все. В принципе, легко. То есть мы с тобой очень быстро копим. Посмотри, как все замечательно у нас получилось. Мне понравилось, мне действительно понравилось. Здесь можем вот этого поставить, здесь вот этого. Сейчас нам еще дадут. О, что-то он говорит. Так, Дэйв, расскажи мне. Ох, он мне дарит, смотри. Нифига себе, дополнительный свод, посмотри, у меня появляется. Нифига себе. Смотри, где он появился. Вот это прикол, конечно. Короче, это одуванчик, но... Сейчас у меня ноль будет стоить. Офигеть, он быстро так еще... Блин, ну ты вовремя, конечно, мне его дал, блин. Дэйв, блин, а? То есть мы его можем хоть куда сейчас, блин, сделать? Это имба. Давай попробуем. О, уже 200 стоит. Ох ты, блин. Смотри, 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 что он делает. Не, ну круто. Ну круто, конечно. Крутое растение. То есть, видишь, он как бы одуванчик, он на ветру, блин, это. Вау, 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 вау. Здорово. И вот тут вот только единственное. Надо как бы так вот сделать. Блин, мне кажется, серия просто бомбическая, друзья, получилась. Надеюсь, ты оценишь, бро. Так. Вот так вот сделаем. Лава-глава тоже молодец. Вообще, что он там делает? Гаргантюа тут только не хватает, и все. Хана бы всем была. На, блин. Блин, мне шикарно, мне нравится. Ребята, не забудьте поставить лайкосик. Следующий выпуск реально очень крутой будет. Поверь мне. Очень-очень-очень крутой будет. Все, последнего. Пшик. Супер. Ну, хорошо. На этом, друзья, мы с тобой пока что заканчиваем. Надеюсь, понравилось. Бай-бай, дорогой братишка.